Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Дима, Серега, Енот, как всегда, подписчики. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас Санбокс. Всем привет. Привет! Всем привет! Всем привет! Я должен довести свою бомбу и взорвать ихнюю базу. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. Говорю, дайте доехать, они уже мочат меня. Что, сговорились, что ли? Тут же мины, я смотрите, сейчас мины буду объезжать. Когда же буду близко, тогда да, а так не надо пока, мись. А тут и зомби еще, Димас. Нифига себе. Это что, зомби-апокалипсис? Мы сделали прям целый режим, короче, новый, в Гаррис Моде. Tower Defense. Да-да, пулеметы, зомби, мины. И я на грузовике с бомбой лупашу. Бомба не мощная. Здесь есть бомба такого же размера, ну реально так лупашат. Это, у этой бомбы очень слабый радиус. Так, подъезжаем поближе. Не будем ехать в лоб, будем объезжать. Ой-ой-ой, что творится? Вы что такие агрессивные? Ай-яй-яй. Серега подбил. Красава. Нифига себе она весит. Грузовик просто просаживается аж. Так, ну чё? Значит, слабенький взял. Нифига себе, мой грузовик сел на пузо. А где Димас? Я его не бачу. Я еду тихонько себе. Ой, я да. Вижу его, Этот грузовик будет побыстрее. Серега, ой-ой-ой-ой-ой. Серега, к сломанной БТР лети. Нет, я не там. Да вы сильно внимание, легко... ребята, все это за турели. Надеюсь, она все-таки взорвется. Знаете, почему теперь она взорвется? Потому что все-таки бессмертие-то включено. Ой, что у меня колесо пробило сразу. Минус колесо. А как ты их пробиваешь? Это челлендж. Он со снайперской винтовки хватит. Ах ты ж лоб. Я вижу, пробивает. Сзади я пробил. Я еду, ребята. Бабах. Так, ты что там лезешь? Отвали от моей машины. Отвали от моей машины. Воу. Я отлетел! Я тоже отлетел. Вот это был взрыв эпичный. Понравилось вам, пацаны? Вообще, пушка. Так, сейчас я еще беру машину, стойте. Взрывание. Так, знаете, что я сейчас покажу? Я сейчас прокачаю колеса, чтобы у меня была проходимость больше. Есть у нас вот такие двойные. Показываю один раз, как это делается. Чпоникс. Чпоникс. В смысле, кто меня убил? Опа, теперь у нас вообще деловой грузовик. NTT. Пацаны, сейчас будет очень жесткая бомба. О, вижу. Так это подводная мина. Да? Нифига себе! Только не взрывайте, дайте попробую. Грузовик вообще ее потянет. Да, с этими колесами тянет. Кстати, благодаря колесам. У меня камера багается. А эти колеса легче пробить будет мне. Да, я струячу как псих. Видно. Я самоубийца, знаете, только камикадзе есть. Так вы ж по бомбе стреляете. По колесам стреляю. Стреляй по бомбе. Пробили, пробили. Ай-яй-яй. Я сейчас это устрою. Таракчу. Я камикадзе, Димас. А кто ты? Я камикадзе. Одни колеса остались. Вообще жесть. Сейчас, короче, в грузовик я положу маленькую атомную бомбу. Но она радиус где-то на четвертую часть карты. Я же буду отсюда начинать ехать, сдалека. Всего лишь. Ну да. Так, и сейчас. Без колеса поедешь. Так, я возьму машину сейчас побыстрее какую-то. Есть у меня здесь, короче, пикапчик. Так, так, так. Я во! Вижу, типа. Только вы не мочите меня, подождите, хлопцы. Не, всего-то все колеса подобью. Ну, наверное, ну, чтоб там сказать мега взрыва, не будет от нее. Уго, машина. Ребята, он, если что, в мини-городке. Во, нормально. Вот эта машина пойдет. Там, где куча палок наставлены электрических. Вон, едет. Я его вижу. Так, тихонечко. Ой, сейчас будет мега взрыв, если вы так будете дальше стрелять. А, сейчас выпадет бомба. Так, надо ж аккуратненько ее довести как-то. У меня уже движок дымит. Эй! Машина дымит. Ой-ой-ой. Подорвал. Я камикадзе! Ооо! Наша база не пострадала. Целая? Да. Да. Смотрите, насколько был эпичный взрыв.
Бомбочка манюсенькая, но взрыв офигительнский. Тут радиация. Не буду обнулять, теперь та часть карты недоступна временно. Все по РП, пацаны. Так, маску одел и все. Ну, у меня нету. Это у вас в кораблях там воздушных. Пацаны, давайте теперь левел без воздушных кораблей. Чисто на транспорте. Челлендж для давайте. Вас. Сможете вы меня удержать или нет? Да без Б. Я сам тебе как ловушка. Пацаны, я делаю, короче, более жестче. Я ложу себе две бомбы. Три. Три ядерные бомбы. Пацаны, вы готовы? Да, гативки, а ты... Я начинаю с самого начала карты, где наш спаун, то есть с горки спускаюсь. Давай, Димас, тут для тебя сюрприз будет. Ладно, я удалю тогда, а две бомбы оставлю и без веревки. Так будет мне тяжелее доехать, но и машина будет легче. Тут три бомбы моя машина не тянет, она прям вообще... Опа, пошла жара. Со снайперки кто-то, да? Так, да я зомби мочу. Да я нет, тебя мочу. Он пытается, короче, меня убить. Ах, ты ж лоб. А, машина погнала. Офигеть. Врезался. База ваша целая, да, я так понимаю? А ну. Сейчас я сделаю все по-другому. Давай. Теперь эта часть карты недоступна. Летим, слушай, летим. Ты теперь вообще не можешь дойти, мы такую тут устроили. Да? Давайте уже возле самой базы будете пытаться защитить. Да. Так, я тогда беру. Я возьму сейчас грузовик, чтобы у меня было больше шансов. Серега, что делать? Переставляем на базу. Меня. На базу. Переставляем меня, давай. Хорошо, вот здесь буду. Так. Бомбочка. Так, теперь берем другую ядерную бомбу. Она очень тяжелая, я представляю, сейчас грузовику будет очень тяжело. Я хотя бы буду на прожекторе. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Вижу его. А, блин, я думал, там проезд есть, а там невидимая стена западло. Ребятки, он у меня, давайте, караулим. Я его ловлю. Пока не открываю его, момент не надо. Блин, я не заеду, наверное, сюда, пацаны, надо было колеса сменить. То стоковое такое себе. Нифига себе! Погоди, погоди, пока не стоит. Надо на... А, колесо давай. Пробили! Ай-яй-яй, передних колес нету! Сзади колес нету! Мне приказали довести бомбу любым путем. Это я попал. Ваша так, база наша... целая. Да, целая. Ну уже ближе, целая. Согласись. Ну ты наши БТРы взорвал. Теперь у нас транспорта нету. Так надо быстрее брать еще раз и ехать к вам. Выставляйте БТР как защиту. Так, чпонькс. Вот выставляйте сломанный БТР как шум защиту. От взрыва. Так, сейчас мы немножко тачку свою улучшим. Включим хотя бы турбо ей. Все, БТР исчезли. Жалко. Страшно, сделал камень защиты. Поезд упал. Оу, что-то лагает. Потрясывает. А, на меня это зомби Серега прыгает. Поезд. А, бомба выпала! Вон он! Блин, а бомбу потерял! Говно! Сваливаем назад! Вот это жесть. Да что такое, не могу подвести, вы мне... Ну рядом взрыв вообще был. Рядышком уже. Даже туман на вашу базу уже прошел. Ну, нам как-то пофиг еще. Вот так значит, да, вы со мной разговариваете? Да. Хорошо. Да. Испортитесь. О, второй снайпер. Mm-hmm. Я здесь снайпер. Ушел, я здесь снайпер. Нет, мы будем вдвоем снайперами. Тихо, тихо. Так, слышь, я первый придумал. Ага. Так. Не устраивай. Ой-ой-ой, там взрыв у вас. А что случилось? Пинот. Это я думал. Я не могу. Может, будешь стрелять пинот? К нам заезжают. С какой стороны? А, не могу, не он могу. Не всё, стоп, не стрелять, не стрелять. Тут бомба моя, моя родная. Как тебя взять теперь? Все. Блин, моя бомбочка. Не умирает. Я ее активирую.
Офигеть. База! Офигеть, мне нравится, как она разлетелась. Все наши турели, все наши базы, все у них. Игги, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!